не вышло. Матч вообще обещает быть очень интересным. И сейчас уже захватывающий и потрясающий совершенно 2-0 впереди Лацио. Аяло посылает мяч Мальдини. Амбразини. Альбертини бьет издали. Не точно. Вот уже в который раз игроки Милана мы видим наносят удары издали. Но пока этим ударом не хватает явно. Явно не хватает точности Альбертини на ваших играх. С мячом Лацио. Такая панорама. Красивая. Фавали отдает мяч партнеру. Верон. И длинный пас Консейсайо. Андрей очень быстро идет на обострение. Один финт, другой. Еще закладывает финт, пытаясь между ног пробросить мяч Верону. А тому почему-то это не нравится. Он быстренько, так сказать, как вроде бы, как говорят, зашнуровал. И номер этот у Андрея Шевченко не прошел. Маркеджани 1-0 перед Лацио. Альбертини бил, не бил. Поворотом трудно понять. Альберт Дзакероне, главный тренер Милана. И Алмейда. Алмейда пока на своей половине поля. Пас Фавалли. Меняется в обороноспособности Лацио в этом матче против Милана. Ну, а пока что вот тут левым крайним Сержиньо бросается вперед. Мимо Панкара успевает послать мяч вдоль ворот. И сразу же прострельная передача. В общем-то, тактически высший класс сыграл сейчас Милан. Панкара не успел войти в игру. Только появился. Они тут же, футболисты Милана, организовали атаку левым флангом. Послали вперед Сержиньо. Сержиньо рванул. Успел прострелить вдоль ворот. Виа успел на добивание раньше. Но сказочно повезло, как я считаю, в случае с Вероном. И вот здесь, смотрите, мяч ударяется в Маркеджани. Отскакивает. И в свою очередь касается Михайловича. Опа! Видите как? И от Михайловича влетает в сетку ворот. Так что тут такой дуплет получился в пользу Милана. Но все, конечно, было разыграно стремительно и привело к взятию ворот. Если бы не активные действия Виа, удар у него не получился по большому счету до конца. Но все-таки вот так вот то самое, о чем я говорю, когда речь идет о логике футбольной игры. В правую ногу, в левую Михайловича, дуплетом от Михайловича мимо Маркеджани в ворота. 1-1 в матче Лацио Милан. Удар по воротам. Айда объятия. Вот чтобы этот наступательный порыв сбить, мне думается, что Дзакероне все-таки вернуться надо к моментам, когда он использует в атаке трех нападающих: Шевченко, Виа и Бирхофа. Это может остудить пыл хозяев поля. Это Альбертини на ваших экранах. Ну, не всегда могут с самого начала наблюдать за ходом матчей по тем или иным причинам наши уважаемые телезрители. Исключительно для них мы повторяем составы играющих сегодня команд. И дальше от защитника за пределы штрафной площади. Сержиньо со своей левой работает. Его атакует Панкара. Потерял ориентировку, но Консейсайо раньше его сориентировался. Отдает партнеру. Нарушение правил. Штрафной. Штрафной в такую погоду. Алмейда нарушил правила, сбив с ног Альбертини. Ну, тут есть у кого бить. И предупреждение схлопотал еще к тому же Алмейда. Неста, Верон. Стенка будет поставлена правой от вратаря. Угол будет она закрывать. Маркеджани даст сейчас указание своим товарищам по команде. Ну, и мы видим это нарушение. Тут, так сказать, и бедро ставил Алмейда. И там еще кто-то подтолкнул и рукой. Ну, вот видите, правый угол закрывает Маркеджани. Шевченко будет бить поворотом. Ну, наверное, будет Андрей бить поворотом. Мы пожелаем ему удачи. Прямой идет. В стенке стоят игроки Милана, закрывая обзор ворот Маркеджани. Тут Сержиньо, я вижу, другие футболисты. От этого стенка становится очень-очень внушительной. Ну так, Андрей, давай, бей. Да что это за удар? Но не смущен Андрей, всякое бывает, хотелось бы, конечно, поточнее, но уже очень высоко, где-то метров на 5-6 выше перекладины.
Да, мы имеем Шевченко перед матчем со сборной России в составе сборной Украины. Окрыленного, уверенного в себе, с Ребровым в паре. Это что-то будет. Для нас и привычное, и очень интересное. Я бы пошел на игру на эту, только посмотреть на эту пару, вот на этого сегодняшнего Андрея Шевченко. Но мы знаем, каким будет матч, какое значение он имеет. Симон Инзаги выходит на поле вместо Симеоне. Естественно, это усиление атаки, потому что Симеоне играл все-таки сзади больше. Ну, а это уже нападающий, так что Манчини пока еще не проявил себя, да и не было возможности, вот кроме того, что он у нас на экране, и Михайлович подает угловой. Да. Опасный момент, объятие выручает, и тут как тут кто-то оказывается рядом, и мяч выбит. Не было гола. Михайлович. Навешивать ему не дали возможности в первом случае, а сейчас правой ногой он это выполнил лучшим образом. Не было гола, не было. То, что упал вратарь за линию, это не считается. Только мяч, пересекший линию ворот, вот тогда это считается взятием ворот. Нет офсайда. Верон, удар, 3 было, 4-й, 4-4, 8 голов в таком матче. Я такого не помню в итальянском чемпионате, скажу вам честно. 4-4. Михайлович, длинный пас в направлении Инзаги, Консесайо. Опять пауза. Мальдини против него. Мальдини чуть-чуть придерживает соперника. Консесайо ставит корпус. Между ног пробрасывает мяч у Мальдини. Бьет вдоль ворот. И тут Альбертини приходит на помощь. Подкате играет. Мяч попадает в игрока Милана. А Консесайо доказывает Бацоли, что была игра рукой. Посмотрите. Мяч, если и попал, то попал в руку Мальдини, который вообще отвернулся. Это естественно его движение в подкате было. Михайлович навешивает, Салас бьет. Ребят, аплодируйте объятия до окончания матча и еще на следующий день. Вы посмотрите, что сделал объятия. В упор выстрелил головой Салас и успел из того развернуться и среагировать на удар. Объятие и спас от верного гола свою команду.